слабеющему Путину нужен фаворит. Нужен тот человек, который рядом с ним и показывает, что он сильный. Нужен карающий меч, который достанет любого. И Пригожин сейчас ровно играет эту роль человека, который и за рубежом, в том смысле в зоне боевых действий, и внутри России, да, выполнит любое поручение Путина и решит, так сказать, любой вопрос. И без сомнения он как бы моложе, хитрее, на меня будут ругаться, но без сомнения умнее, больше прошел по жизни институтов, вот, и очень лично беспредельный человек, да, то есть такой настоящий урка, не как Путин, такой фальшивый урка, а это такой настоящий вор такой, вот. Поэтому сегодня Пригожин очень нужен Путину, а Путину очень нужен Пригожин.